Приветствую вас. Вы, наверное, понимаете, Силь, что такой страх не возникает на ровном месте. У такого страха всегда есть причины, и вы почему-то именно боитесь тошноты после приема пищи. Соответственно, что-то эту самую тошноту для вас обусловило, да? То есть она в какие-то моменты с вами случалась, тошнота, и вы теперь ее боитесь. То есть нужно рассмотреть, с чем связан страх, нет ли где-то навязчивых идей, механизму навязчивости, вот. Не используете ли вы свой страх для каких-то неосознанных выгод, неосознанных плюсов, вот. Это тоже очень важная история, очень важный момент. И, в общем-то, только после этого уже будет понятно, как именно вам можно помочь. Начнем, пожалуй, с того, что если вы чего-то боитесь, да еще и панически, то по факту получается так, что вы снимаете с себя ответственность за то, что происходит, снимаете с себя ответственность за свои действия, потому что тошнота сама по себе не появится, да, сама по себе. Ну вот. И тут нужно очень четко и грамотно подойти к вопросу, да, вот, и решить, откуда она берется. То есть вы, например, переедаете. Например, вы нервничаете. То есть, ну, разные могут быть причины, почему появляется тошнота. К примеру, если вы переедаете, то это значит, что вы, ну, у вас пищевое расстройство. Вот. С пищевым расстройством, соответственно, нужно работать отдельно, да, вот. То есть пищевое расстройство нужно рассматривать отдельно, вот. То есть это вот такой момент, на мой взгляд. Если вы, соответственно, нервничаете, и из-за этого вас тошнит, например, то нужно исследовать, что именно вызывает у вас тошноту. Нужно исследовать, что именно вызывает у вас тошноту. Вот. То есть это вот нужно исследовать, нужно смотреть, изучать, вот, и, соответственно, после этого, опять же, уже будет понятно, что с вами конкретно. Понимаете? То есть, вот, на мой взгляд, вот так можно вам ответить на вопросы, которые вы задаете. На вопрос, точнее, который вы задаете. Вот.
соответственно, вот так, то есть, на мой взгляд, тут все предельно абсолютно очевидно, на мой взгляд, тут все предельно понятно, вот. И, на мой взгляд, именно в этих направлениях вам и нужно двигаться. Вот. Если вы захотите разобраться, то обращайтесь к любому специалисту, который вам придется по душе. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ага. Значит, желаю вам всего самого доброго и удачи.